Сотрудники ФСБ задержали двоих членов банды Басаева и Хатаба, которые участвовали в нападении на Дагестан 22 года назад. Ими оказались уроженцы Ставропольского края – Канмурзаев Ильхан и Бакиев Каирбек. Им предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым – пожизненное лишение свободы. По версии следствия, Канмурзаев и Бакиев участвовали в нападении на населенные пункты Ботлекского района в августе 1999 года.